Приветствую, друзья, на связи Андрей Жариков. И в данном видео я зачитаю обращение от главного операционного директора компании Мигеля Гомеша. Уважаемые партнеры, как вы уже слышали, мы переносим наше мероприятие в Дубай на более поздний срок. Это связано со следующими причинами. Первое. Некоторые продукты, которые мы хотели представить на мероприятии, будут доставлены с опозданием только на следующей неделе. Из-за этого мы не сможем продемонстрировать всю линейку продуктов. Второе. Перенос мероприятия на более поздний срок позволит нам сосредоточиться на запуске ID Shopping и завершить запуск биржи Umbrella. Третье. Мы сможем завершить white paper с наших монет и запустить их на CoinMarketCap. Четвертое. Как видно из последнего видео, мы совершаем рабочие поездки в разные страны, чтобы заключать важные сделки для компании. До Рождества мы планируем посетить Россию, Дубай и Африку. В первую очередь нас интересует не вечеринка, а люди и полученные результаты. Тем не менее, мы постараемся, чтобы событие состоялось 7, 8 и 9 февраля. К этому времени уже закончатся все новогодние праздники, поскольку в некоторых странах, например, в России, этот период заканчивается около 20 января. Ну, не знаю, откуда он взял дату 20 января. Старый Новый год – это последний новогодний праздник, это 13 января. Ну ладно, будем считать, что 20 января заканчивается все. Если кто-то уже зарезервировал билеты, за ними бронь сохраняется. Оставшиеся билеты можно будет приобрести до конца декабря 2019 года. Но должен предупредить, что билеты нужно купить до конца декабря, иначе мы не сможем обеспечить место проживания, так как нам нужно забронировать номера в гостинице в первую неделю января. К этому времени мы должны знать точно, сколько мест нам нужно и полный список гостей. С наилучшими пожеланиями, главный операционный директор Мигель Гомеш, Лиссабон, 2 декабря 2019 года. Вот такая информация на данный момент. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго. Global Star Club. Возможности безграничны.